Electronic Arts – второй после Activision Blizzard крупнейший разработчик видеоигр, которому принадлежат такие франшизы, как Battlefield, The Sims, FIFA, Need for Speed и Star Wars. Компания появилась благодаря бывшему сотруднику Apple Трипу Хокинсу. В 1982 году он вложил в нее свои $200 000. А в конце 1980-х годов Electronic Arts начала адаптировать свою продукцию для игровых приставок. С 1993 года компания делает упор на спортивные видеоигры. Для этого был создан бренд EA Sports, который стал самым успешным в этом сегменте. В 2021 году Electronic Arts купила одну из самых крупных компаний Великобритании по разработке мобильных игр и приложений — Glu Mobile, в портфеле которой более 180 игр. Последние 5 лет Electronic Arts занимается только обновлением действующих франшиз. Благодаря этому она снижает расходы на разработку новых продуктов и повышает лояльность потребителей. У Electronic Arts много конкурентных преимуществ. Во-первых, ее самый популярный продукт — серия спортивных игр. У FIFA и Madden нет реальных конкурентов. Плюс эти игры могут стать хорошей базой для развития направления e-sports. Во-вторых, геймеры обычно не жалеют реальных денег ради виртуальных результатов. В среднем каждый игрок FIFA тратит $150 на улучшение состава своей команды. В-третьих, Electronic Arts много инвестирует в развитие и поддержание лидирующих позиций своих топовых франшиз и работает над новыми проектами. И, наконец, общее количество уникальных пользователей в месяц у Electronic Arts — 60 миллионов в играх для консолей и ПК и 120 миллионов в мобильных играх. Но у компании есть и свои риски. Рост негатива игроков из-за сильного фокуса на монетизации, общее снижение интереса к играм на фоне выхода из пандемии коронавируса, развитие бесплатных мобильных игр и, как следствие, сокращение доходов Electronic Arts, утрата уникальных прав на спортивные лиги. Например, Konami выкупила эксклюзивные права на использование образов ряда известных футболистов в своей игре Pro Evolution Soccer. Поэтому в игре FIFA 21 от Electronic Arts нет Ювентуса и Роналдо. И, наконец, покупка разработчика мобильных игр Glu Mobile создает необходимость инвестировать в принципиально новый бизнес с другой бизнес-моделью, а это может вызвать проблемы. Так что динамика акций компании зависит от того, сможет ли игра FIFA и дальше оставаться топ-1 спортивной игрой в мире, и насколько успешными будут продажи консольных и мобильных игр, и сможет ли компания закрепиться в мобильном сегменте.